Добрый день. Сегодня поговорим о двух возможных подходах в работе психолога. Меня зовут Кудрявцева Кристина, я руководитель, основатель Европейской школы психологии. В любой работе, в психологии точно так же, возможно наличие двух подходов. Это интуитивный подход и профессиональный подход. В чем разница, какой лучше использовать, об этом сегодня поговорим. Интуитивный подход, это, я думаю, в принципе, понятно, это интуитивно как-то получилось. Вот как-то у меня клиент получил результат. А что я делала, почему этот результат, за счет чего он получился, за счет чего я могу его повторить с другим человеком, вот это непонятно. В интуитивном подходе этой базы нет. Плюс интуитивного подхода – это то, что он помогает войти в любую профессию. То есть новички, как правило, всегда работают в таком интуитивном подходе. Там, где не хватает еще знаний, практики, опыта, там выручает интуитивный подход. Поэтому, если вы только идете в профессию, вы новичок в психологии, это нормально, что большую часть своей работы вы будете выполнять именно на интуитивном подходе. Но интуитивный подход имеет большие-большие ограничения. На нем вы расти не будете. Он хаотичен, он, знаете, такой вот, несистемный сам по себе, потому что вы не можете описать ни для себя, ни для своего клиента, как, почему, за счет чего вы получили результат. А значит, вы не можете его повторить, вы не можете донести другому человеку, да, доходчиво, почему ему стоит идти к вам и за счет чего он получит с вами результат. То есть повторных продаж у вас нет. Поэтому для того, чтобы не засидеться на уровне новичка, вот про новичков и профессионалов я в прошлом видео говорила, если вы не смотрели, просмотрите, пожалуйста. Для того, чтобы не засидеться на уровне новичка и перейти в профессионалы, то есть перейти в стабильность, в системность, в рост, то есть в такую уже взрослую игру, да, из песочницы во взрослую игру, необходимо переходить на метод профессиональный. Профессиональный метод отличается от интуитивного тем, что вы понимаете, что, зачем, когда, в какой последовательности вы делаете, за счет чего человек с вами получает тот результат, который получает. То есть профессиональный метод – это, можно сказать, тот же интуитивный, только очень хорошо осознан, осмыслен, прям по шагам проанализирован и, в общем-то, из этого собран некий алгоритм, некая система действий, которая уже в будущем является и вашим авторским методом. Вот. Ну, это уже так вот на развитие. Но вот таким вот образом это происходит. Вот. Каким образом переводить интуитивные методы в профессиональные, в том числе об этом у нас будет сообщество, которое мы открываем уже в конце мая в рамках Европейской школы психологии. Это сообщество мастер трансформаций, это сообщество для практикующих психологов, которые хотят перейти в уровень профессионала, в уровень системности, в уровень роста, в уровне масштабных проектов. И я тоже вас приглашаю, естественно, если вам интересно, под видео у нас будет ссылочка, вы можете зарегистрироваться, и в ближайшее время я проведу для всех, кто заинтересовался, проведу отдельную встречу, где мы обсудим формат работы, все условия, отвечу на все ваши вопросы, то есть вся информация там будет. И сообщество – это будет постоянно работающая группа. Внутри у нас будет множество материалов как по профессиональному развитию, так и по продвижению своего бизнеса. У нас будут супервизии, у нас будут групповые разборы клиентских случаев, клиентских снов и так далее. То есть, вся необходимая, абсолютно вся необходимая инфраструктура, скажем так, для того, чтобы вы переходили на уровень действительно профессиональных мастеров своего дела. Почему мастер трансформации? Потому что психолог – это тот человек, который помогает случиться трансформациям. Из гусеницы должна случиться бабочка, из лимонов должен случиться вкусный лимонад. Должна произойти трансформация.
И мы с вами каждый день должны повышать свое мастерство. Мастерство, которое состоит в том, что мы помогаем происходить, мы помогаем тому, чтобы трансформации происходили как можно быстрее у наших клиентов. И менялась и внешняя жизнь, и внутреннее переживание, да, внутреннее наполнение. В том числе мы будем работать про то внутри сообщества, чтобы большинство коллег моих, особенно кто начинает или кто вот какое-то время завис в начинающих, да, психологах, проблема в том, что вы работаете только на интуитивном методе. И это не позволяет вам доносить ясно до ваших клиентов ценность вашей работы, то, как, за счет чего вы дадите им результат. И это очень-очень сильно снижает ваши продажи и рост вашего проекта, вашей психологической практики, а значит и вашего профессионализма, потому что это вещи связанные. Поэтому еще раз приглашаю, пожалуйста, кому интересно, заполняйте под видео формочку регистрации. В ближайшее время мы с вами встретимся онлайн, и я отвечу на все ваши вопросы, расскажу очень подробно про то, как мы будем работать внутри сообщества, какие активности у нас будут, какие возможности перед вами открываются. В том числе внутри сообщества будет возможность стать сертифицированными тренерами по методу Европейской школы психологии и вести наши обучающие программы в разных городах. Эта возможность тоже будет, о ней тоже скажу на открытой встрече. А на этом все. С вами была Кристина. До встречи.